Всем привет! Итак, собрала такую конструкцию. Вот покажу, какие у меня редуктора. Вроде все красиво, казалось просто, но не все так просто. Вот генератор. Когда это все собрал, понял, что это очень тяжело. Вот так вроде легко крутить, легко крутится, а вот лопасти. Ломом хоть надо крутить. Очень тяжело эту конструкцию раскрутить ветряку. Вот такой у меня эксперимент. Вон видно, даже я болты не прикрутил, так сваркер прихватил местами для эксперимента. Ну, эта конструкция пока что не работает. Многие теоретики на бумажке рисуют, считают. Все как будто заебись. Но на самом деле не так все просто, как кажется. И вот такая у меня попытка была запустить это. Пока что результатов нет. Но тесты будут продолжаться. Но у меня только 3 лопасти. Надо лопастей будет добавить. И возможно здесь что-то надо будет переделать. Или надо специальный генератор делать для такого ветряка. Так что вот так я